Скажите, какие цели, визия и миссия нашей школы Кайлас? Наша школа Кайлас говорит о том, что есть мир, в котором потеряна идея доброты. Этот мир почему-то считает и опрометчиво считает, что доброта является низшим качеством, качеством слабых людей. И наша школа, и наша миссия, она пытается сказать всем, что можно быть и добрым, и не дураком, что можно быть теплым, и мы через это развиваем свою стратегию. Таким образом, мы создаем семьи, где правит доброта, вот как я со своей Соней, со своими детьми. Мы не ругаемся, у нас нет криков, нет ора, никто никого не бьет, уважаем всех, знаете, хорошо относимся. Мы добрые, но мы не дураки. То есть я тепло отношусь к семье, я тепло отношусь к сотрудникам, я тепло отношусь к миру. Второе, почему? Я тотально игнорирую зло, оно мне не интересует. Второе, наша школа, она является одним из проводников справедливости в этом мире. И наше объединение, оно создало определенный вариант энергетики, который следит за тем, чтобы справедливость на Земле восторжествовала. Это является одной из миссий нашей школы. Какие инструменты нашей школы? Это проявление доброты, проявление честности. И честность и доброта как основной ключ к везению. И объединение людей вокруг этого. Инструмент знания эзотерики помогает нам быть в мире, в котором есть высокая конкуренция, помогает нам быть более везучими. То есть мы более везучими, нам больше везет в жизни, мы знаем, как управлять везением, мы знаем, что такое фарт в этой жизни. Мы этим всем управляем. Каким образом? Мы знаем, как управлять своим телом, как управлять своей психикой, как управлять психикой и телом других людей. Мы это все понимаем, изучаем, управляем и занимаемся этим. Более мощной эзотерики, чем эзотерика школы Кайлас, во всяком случае, может быть, я и не прав, кстати. Во всяком случае, то, что есть в школе Кайлас, отличается от того, что я когда-либо изучал. Вот так я правильно скажу. Почему я говорю, что хорошо было бы у меня обучаться? Я являюсь примером. Я человек, который прошел Крым и Рим. Кстати, я из Крыма. И прошел тяжелую судьбу, потому что было связано с тем, что я седьмой ребенок в семье. В 90-х годах я поступил в институт. Там у меня за плечами училище, техникум, институт. У меня за плечами начало работы, где я только не работал, чем только не занимался. И предпринимательство, потом болезни, тяжелая болезнь за плечами. И так, неудачные браки, неудачные там, травмы и так далее. Сейчас, спустя годы, я могу сказать, если бы не было той эзотерики, которую я преподаю, был бы мне полный каюк.